Тетради, ручки, портфели и форму приобретены. До Дня знаний меньше недели. Осталось подготовиться морально. Первый раз в первый класс миссия ответственная. Не меньше будущих учеников волнуются родители. Ну, как-то привыкли, что он рядышком. В садике вроде как-то спокойнее. А тут школа все-таки взрослые. Взрослая жизнь. Ей нравится. Она не волнуется. Родители волнуются больше. Детский сад, где каждый день праздник, остался в прошлом. Впереди нелегкий ученический труд. Чтобы переход в новый этап жизни прошел как можно легче, для детей устроили акцию «Внимание, первоклассник». Задания на эрудицию, викторины, конкурсы. Тоже учеба, но в игре. Еще раз хотим им рассказать о том, что именно в школе овладевают знаниями, чтобы ребята были уверены в своих силах, не боялись трудиться и, конечно же, принимали активное участие в школьной, во внешкольной жизни и были гордостью для своих родителей. Такие акции в промышленном районе проходят ежегодно, непременно с подарками и угощениями. Дети знакомятся с будущими одноклассниками. На торжественную линейку придут уже с новыми друзьями. Новая жизнь для ребенка абсолютно. Но вот для того, чтобы они как бы адаптировались быстрее, вот проходят такие встречи в районе. Они проходят не только на этой площадке, и территориальное объединение ТОСы проводят ежегодно. При необходимости консультационную помощь по самым разным вопросам окажут и родителям. А каждый первоклассник 1 сентября станет участником Всероссийского движения школьников, новой организации, призванной систематизировать всю воспитательную работу и объединить учеников. Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.